С начала нового года с целью стабилизации дорожной ситуации специальное подразделение дорожно-патрульной службы «Стрела» МВД активизировало рейдовую работу. На наиболее аварийно опасных участках автотрасс республики проводятся регулярные систематические мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением с использованием автомобилей гражданской окраски. Такие меры хорошо себя зарекомендовали предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире. Сотрудники «Стрелы» ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и на оказание помощи участникам дорожного движения. А повышенное внимание будет уделяться профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД, таких как превышение скоростных режимов, нарушение водителями правил обгона и перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов и перекрестков. В приоритете выявление водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль, не имея прав на управление транспортом.